Вот 7-я армия. В составе 7-й армии мы форсировали Свирь и освобождали Южную Карелию. Когда освободили Карелию, в сентябре 44 года полк отправили на север. И вот освобождали Мурманскую область и Норвегию. Здесь в составе 14-й армии. А 19-я армия оберегала железную дорогу. В этих трех армиях, в составе трех армий ей было.